Велопоход Евгений и Татьяна планировали год. Отправиться решили на север России. На велосипеды пересели в Петербурге. В северной столице хотели посвятить лишь день, но задержались на 3 суток. Морской собор. Это вообще он величественный очень. Столько осталось о нем воспоминаний. Так красиво, ухоженно все. В день путешественники преодолевали по 80 километров. Говорят, могли бы и больше, но Евгений супругу жалел. На коротких остановках баловал мороженым. Но, говорит Татьяна, любые неудобства – ничто по сравнению с полученными впечатлениями. Все очень яркое, запоминающееся. Так не рассказать, надо все это видеть. Петрозаводск, острова Валаам, Кижи. В Карелии супруги Исаевы отказались от велосипедов и созерцали красоту местной природы из окна самолета. С высоты птичьего полета мы видели вот эти Карельские озера, как называет ее страна тысячи озер. Вот это все видели, леса, болота, озера, в общем, все это нас очень впечатлило и в памяти осталось. Конечный пункт маршрута – Североморск. Здесь базируется тезка уральского города, корабль «Чусовой», затем Архангельск и дождливая Вологда. Оттуда домой. Путь в не 1000 километров Исаевы готовы повторить еще раз.